первенстве Могилевской области на тренажерах «Концепт» соревновались между собой 50 спортсменов. Это учащиеся Могилевского училища Олимпийского резерва, Могилевского областного центра Олимпийского резерва по грибным видам спорта и ЦС «Дюшор» профсоюзов «Днепр». Участники – юноши и девушки 2000-2001 годов рождения. Это отборочное соревнование на первенство Республики Беларусь на тренажерах «Концепт», которые будут проходить в Минске в конце января. Эти соревнования, во-первых, являются пропагандой здорового образа жизни. Спортсмены не теряют спортивную практику, то есть когда у нас зимой стоит лед, тренажеры «Концепт» моделируют нашу греблю в зимних условиях. То есть фактически на 99% задействованы те же самые мышцы, что и в лодке. И во-вторых, после этих соревнований те спортсмены, которые поедут на первенство Республики Беларусь на тренажерах «Концепт» и покажут там достойные результаты, будут рассматриваться тренером сборных команд Республики Беларусь для дальнейшей подготовки в составе сборной команды Республики Беларусь к чемпионату Европы, к чемпионату мира. Участники должны обладать недюжинами силы и выносливостью, ведь соревнуются они, по сути, с самими собой. Не видно опережающего или отстающего соперника, непонятно, когда нужно поднажать, а когда дать организму немного отдохнуть и восполнить силы. Находясь в зале Могилевского областного центра Олимпийского резерва по грибным видам спорта, участники проходят дистанции в первый день соревнований на 2, а во второй на 5 километров. Подготовка, наставление тренера, старт и гонка с самим собой началась. Эти соревнования первые в наступившем году, и именно они дадут старт новогодним победам могилевских гребцов. Анастасия Томашева, Леонид Сикорин, Второй канал.